Ну вот я и добрался до нашей заимки. Время 4 утра. Выехал часа в 3, наверное. Потом высохнет, отряхну. Ноги тоже насквозь, все сырые. Дороги все затопило, болото. Вышли из берегов. Тут последние дни дожди шли. Вообще бесперестанно. Блин, хреново то, что вот избы еще нету. Так бы сейчас погреться, зайти, печку затопить, ноги посушить. Так, что тут у нас с навесиком? Сейчас посмотрим заодно, протекает, нет. Такой тент. Ветерок хороший был, ураганный. Ничего не оторвало. Это хорошо. Так. Ну, вот здесь вот тряпочки были, все сухое, значит не промокает этот тент. Вроде как. Ну все сухое тут. Можно смело сушить, значит, венички. Эксклюзивные кадры. Давненько у нас не было костерка. Да уж, надо поузнавать, кончился нет противопожарный режим этот. Сколько можно без костра жить уже. Чайничек на газу погреют, пока новое неохота морочить. Посидел, покайфовал возле костерка. Чайку попил. Пойти сейчас поработать надо. Отогрелся вроде. Ну, к обеду-то потепляет. Там 25 градусов вроде обещали. С утра сегодня холодно. Сейчас бревно тащил, увидел, кабанчики пробегали метров в 200 от меня, от моего лагеря, здесь по полюшке. Но на поле вышел, что-то их не видать уже. Кабанчики у нас тут редко ползают, косули там много, вон сейчас одна тут стояла прям рядышком. Земляника пошла. Надо бы съездить пособирать. Сейчас жара настанет, быстро сгорится. И грибочки пошли. Там еще масленок, масленка видел, свеженького, тоже маленького. Нормально будет в этом году с грибами, мне кажется. Ягод тоже много вроде.
сильно рано тоже приезжать не очень хорошо. Пока проснешься, ходишь как этот, как вареный. Поспал сегодня 3 часа всего. Надо будет съездить за палаткой, забрать ее у той землянки, которая без единого гвоздя. Все равно она там уже больше не нужна. Надо будет как-нибудь на днях сгонять, поставить ее здесь, чтобы можно было с ночевкой приезжать. Там у меня еще гамак остался, лопату, все надо позабирать. Пока металлом некогда копать. Осенью, может, покопаем металломчик еще. Все равно сейчас трава уже вымахала. Ходить не очень удобно с металлоискателем. Да и так работы тут много еще. Вообще ничего не успеваю, надо живицу собирать, веники заготавливать. Иван-чай уже тоже пошел. Работы выше крыши. В прошлый раз хорошо меня так погрызли, в этот раз взял побольше всяких разных дихлофос взял из магнита какой-то у меня. Вот это я вот с утра побрызгался, рифтомит. Она в принципе-то ничего помогает, но быстро выдыхается тоже. И вот такая еще есть. Потом еще продегустируем. Вот сегодня хорошо, хоть слепней пока нет. В прошлый раз у меня капец эти пауты слепни одолели. Комары-то ладно, от них помогают от брызгалки. Ну, сейчас дихлофосом побрызгался, посмотрим его, насколько хватит. Вот это где-то на часик хватает всего лишь. Сейчас заварю БПшку, перекушу, позавтракаю, чайку попью и уже продолжу, дверь буду делать. На этом газа на обед хватит, нет, сварить. Маловато осталось. Ну, должно, в принципе. Спрашивали, почему я пью чай, а не чагу в лесу. А это как-то с детства уже привык, что в лесу чай пить. Когда чаги попьешь, чего-то не хватает. Чайферочек для бодрячка. А чагу-то я дома так завариваю. Хожу вместо воды, я пью. Когда пить захотел, пошел попил. Нитком закусил.
Так, сейчас навесов у меня нету. Сверху буду крепить гвоздем, как навес. А снизу сейчас у меня там сверло есть. На шкант посадим. Вот такое вот сверлышко купил. На 14. Недорогое. Сейчас пока ключиком буду пользоваться. Так-то трещоткой бы поудобнее было бы закручивать. Я много сетки-то купил. Хотел побольше сделать сеткой. Тут прикинул что-то, думаю, снег будет залетать, дождик. Сверху, думаю, только сделаю. Поэтому останется еще на будущее куда-нибудь. У нас тут проектов много будет всяких. Пригодится еще. Козлик что-то ругается, бегает. Зовет девчонок, наверное. Вот горелку притащить. Ну, которая как паяльная лампа. Ей обжечь вот края. Они распускаются. Так. А, вот обжечь-то. Так потихоньку все распустится. Вполне неплохо. Ручку надо будет сейчас сделать. Делать. Наверное, надо супчик поставить варить. Надо делать стол позарез. Неудобно без стола. На корточках тут все. Сейчас забубеним. Обед. Кстати, дихлофосом-то побрызгался. После этого еще руки только брызгал. Ну и ноги, потому что смывается водой. Ну, росой этой. А так, нормально держится. Полдня практически. Так что дихлофос рулит. Чем эти рифтамиды.
какие-то там тучки идут. Лишь бы под дождем опять выезжать не пришлось. Как в тот раз весь до нитки промок, пока доехал обратно. Надо найти какую-то толстенную валежину. Ну, здесь поблизости нету. А куда-то дальше идти. Из нее вырезать слэбы на стол, на лавочку. Ну, или стул сделать. Лавочку, наверное, лучше. Еще, кстати, купил эту косу. Надо будет насадить ее. Черенок сделать, ручку. Такая маленькая коса. У этого фиквама крышу буду закрывать сеном еще. Такие пучочки вязать и закрывать, чтобы интереснее смотрелось. И плюс он еще защищать будет от дождя тоже. И потом еще вот этой косой тоже буду этот иван-чай косить. Ну все, пообедал, поставил чаечек греться. Лучок только толстовато нарезал. Хрустел на зубах, особо не пожарился. И тушенка мне больше холодная нравится, чем теплая. Нормальная сарайка получается. Может мне жить в ней? Ну эти веники. Утеплитесь, а? Да не, построим избу. Классную. Здесь будет вообще у нас фазенда. Это только первое строение. Так сказать, только начало обустройства лагеря. Забыл сказать, если кто-то первый раз зашел на канал, это будет ангарчик для сушки веников. Вон еще сколько тут сетки. Потом, может, когда-нибудь грядки тут будут. Надо периметр будет огородить сеткой. Козлики, чтобы не ходили тут. Огородчик огородить. Но не в этом году огородик, точно. И так ничего не успеваю. Объявляю строительство нашего фигвама законченным. Осталось тут маленькие недоработки. Ну, тут типа крючочка. Вот здесь вот дырки остались. Специально их оставил, чтобы тоже так же продувало с боков. Веники будут висеть вдоль стены. Как раз будет с той стороны продувать. Сверху тоже будет продувать. Если будет зимой туда снег залетать, здесь зашьем просто и все. Так, заходим вовнутрь. Вот так вот. Такая у нас тут окошечки, сеточки. Можно натягивать проволоку. Проволочку. Сейчас по всем стенкам пробиваю так же. Сходил, срубил веник.
сейчас один пробный сделаем. Заодно покажу, как я веники делаю. Вот так вот очищаю, сантиметров 20 ручку. И сразу смотрю, на три вида делю. Длинные, короткие и средние. Веники кто как вяжет. Я показываю, как я делаю. Берем отсюда половину средненьких. Вот, на большие, на самые длинные, вылаживаю средненькие. Потом беру половину маленьких и вылаживаю их сверху. Потом переворачиваю этот веник и делаю с этой стороны тоже так же. Сперва средненькие, потом маленькие. Скрепляю стяжками, так проще. Кончики отрезаем. Конец отрубаем. И вот такой вот венчик получается у нас. Аккуратненький, красивенький. Запах-то какой. Проволочку натянул. Вот так вот первый ряд вешается. Потом второй. Друг друга не прикасаются. Раз. Промежуток есть, чтобы сохли. И вот здесь самый последний, третий. Все, можно заготавливать венички. Продувается. Тенечек. Больше ничего и не надо. Козлики не схрумкают. Что-то там грохочет. Вроде облаков не видать. Вот такую нашел палочку. Она будет попрочнее, чем эта, чем сосна. Сосновая пусть на черный день лежит. Это ольха или как она там, кусты тут. Сухая уже готова вся. А вот эта сырая ольха. Из нее ручку сделаем. Даже две тут выйдет. Вкусно пахнет. Огурцами какими-то, что ли. Вот и солнышко снова вылупилось. Погодка наладилась, туча ушла. Вот такая коса получается. Здесь немного тонковато. Привешка. Расплющил еще. Здесь на шуруп. Ну, вколочу, потом на шуруп. Здесь еще шплинты сделаю. Нормально будет. Но сейчас-то не буду крепить. Обратно повезу домой, ее надо заточить хорошенечко. Я думал, она заточена. Раз с магазина, хрен там. Так, ну все, не с первого раза, но получилось. Веревка только беспонтовая, распускается. Вот такая вот коса. Потом наточу, попробуем, поточим. Ой, попробуем, покосим потом.
начал рюкзак собирать. Нашел конфетки, которым уже полгода, наверное. А я думаю, сейчас ходил, думал, чего-нибудь вкусненького, сладенького, а ничего нет с собой. Ладно, ребята, буду сейчас собираться выезжать, время 7 час уже, пока доеду, то все. Завтра, если дождя не будет, то поедем за земляникой. Если вдруг дождик будет, то всем счастья, здоровья и до новых встреч. Это так, на всякий случай, вдруг не получится попрощаться. Если погода даст, то землянички пособираем. А то она быстро отойдет. Сейчас жара там, жару обещают. Быстро сгорит. Землянички поесть, хоть пособирать.